Всем привет! Это видео является частью видеообзора на LG Nexus 5, который вы можете посмотреть у меня на канале. И сейчас я хочу показать вам буквально немного о том, как идут игры на данном смартфоне, скорость загрузки и так далее, чтобы вы могли оценить работу данного устройства. Сейчас я покажу вам, как работает игра Injustice на данном устройстве. Конечно, эта игра одна из весьма интересных от Warner Brothers и DC Comics. Так, ну. Как видите, геймплей идет отлично. Никаких нареканий в работе самого устройства вообще нет. Так, ну давайте я... Есть! Отлично сделал. Так. Так, надо хоть кого-нибудь подмочить. И тогда отлично. Ну, в принципе, понятно, да? Игра идет хорошо. И сейчас я сгоняю гоночку Real Racing 3, для того, чтобы вы могли посмотреть, как эти гоночки идут на данном устройстве. Ну, предположительно, конечно, игра не будет глючить. О, батареечка уже разряжается. Кстати, о заряде батареи, сколько держит батарея, вы можете посмотреть в видеообзоре. Так, ну все, я выбился в лидеры, и сейчас я думаю, что в принципе достаточно было посмотреть на то, как идет эта игра. А игра идет действительно качественно и неплохо. Кстати, хочу отметить то, что такие, ну, весьма необычные игры, как стратегии. А почему они необычные? Потому что они тоже и тянут весьма большие ресурсы. Я часто запускал такие вот игры, как Туземцы, на смартфонах, и они просто шли неадекватно. Могу сказать, что эта игра идет максимально адекватно, насколько это возможно себе понять. Вот, и все моменты, которые есть в этой игре, они работают хорошо, и графика отлично отображается, и какие-то фишечки, видите, все работает действительно неплохо. Я бы сказал, что одним из самых лучших образов. Также я сейчас покажу вам, как идет игра Modern Combat 4 на данном устройстве. Буквально немножечко геймплея, без фанатизма. Бу-бу. Короче, сам себя замочил. Так, еще раз.
Конечно, из-за того, что дисплей не очень-то большой, играть на устройстве не совсем удобно. Ну, конечно, удобнее намного, наверное, чем на айфоне, потому что дисплей здесь 5, и на айфоне 4, но все же, наверное, такие игры, как Modern Combat 4, интереснее играть на планшетах. Но игра идет просто отлично, потрясающе, графика просто красивая, никаких глюков и подлагиваний нету, все идет просто суперски, видите, все отлично, не лагает. Кстати, хочу отметить то, что смартфон действительно греется, и греется он в верхней части, но в сравнении с Nexus 7 греется немного меньше, то есть Nexus 7 грелся и греется, точнее, ну, поболее, можно так сказать. Спасибо магазину Нимфа, а также компании Техномир за предоставленное устройство.